Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таких необычных растениях, как сухоцветы. Эти растения давно пользуются популярностью. Мы их видим, когда их продают уже в срезанном виде. Чем интересны эти растения? Вот эти цветы, которые распускаются на сухоцветах, всю зиму простоят у вас в вазе, они не опадают, они жесткие, цвет они не теряют, и из них очень хорошо делать зимние букеты. Одно из самых таких любимых и распространенных сухоцветов – это гелихризум. Гелихризумы бывают высокие и бывают карликовые. Окраска у гелихризума очень разная. Можно сажать гелихризум одного цвета и можно сажать смеси. Даже есть вот такой необычный гелихризум, который похож немного на ромашку розовую, желтой серединкой. Лучше всего, вот именно гелихризумы, лучше всего выращивать рассадным способом, потому что они за наше такое недлинное лето не всегда успевают полностью расцвести, так как это растение все-таки больше южных регионов. На рассаду сажают их в марте, максимум в начале апреля. И уже рассады высаживают в открытый грунт, а после того, как они полностью расцветут, их срезают, сушат их вниз головками и зимой составляют из них зимние букеты. Но не только гелихризумы используют в качестве сухоцветов. Еще есть такое очень красивое растение, как ксерантенум, с такими яркими, веселыми цветами. Статица. Растение очень необычное, растение яркое. Растение имеет такое немного колосовидное соцветие, которое направлено в бок. И вот именно при помощи статицы делают изящные, красивые вот эти зимние композиции. Все растения легкие в выращивании. Лучше всего, еще раз повторюсь, сажать рассады, а дальше они требуют прополки и своевременного полива. Вот и все. Если вы заведете себе на участке сухоцветы, и зимой у вас будут стоять букеты яркие, красивые из сухоцветов. И, надеюсь, наши советы помогут вам правильно высадить сухоцветы, а как сделать из них букеты, мы расскажем вам в других роликах.